Итак, всем привет! Очередной канал на Ютубе я вам хочу сегодня представить. И опять он называется по-русски, русскими буквами, мне это очень нравится. Итак, канал Скрей. Давайте посмотрим, сколько у него роликов. Роликов еще у него немного. Парень только, видать, начал вести свой канал, у него всего лишь 46 подписчиков. Вы помните, да? Я напомню. Подписываемся, смотрим, ставим лайки, помогаем молодым ютуберам. Ну, а я вам немножко представлю его канал. Вот мне он, в общем, делает летсплеи, насколько вы догадались, и я догадался. Вот Advance RP вижу. Что у него еще есть? Arizona RP вижу. Вот. Так что, вот, армейские будни. Давайте глянем, что за будни. Ух ты! Дадим. Заставочка крутая. Место. Ну, вот так, ребят. Мы решили все-таки, ну, тоже интересненько так для видео. И потом, наверное, уже третье видео уже будет, ЧС будем устраивать. Ну, посмотрим. Вот, так он здесь не просто в армии, он еще лейтенант здесь в армии. Так что парнишка, у парня должны быть ролики даже интереснее, чем у меня. Вы знаете, что я не вступаю ни в какие организации в армии, а он, значит, играет здесь по полной. И я надеюсь, мы его поддержим. Подписался я на него, вот он у меня, Скрей. И предлагаю вам сделать то же самое. Итак, канал Скрей. Ссылка на этот канал будет в описании. Итак, снова всем привет. Играем мы сегодня на Arizona Scottsdale, как я вчера и обещал. Вот тут меня уже кто-то узнал. Ну, давайте познакомим, поздороваемся с парнем. Наверное, ждал меня. Ну, все. Братаны теперь. Привет. Ага. Ну, ладно. Так, ну, насколько я помню... А давайте сейчас опять подойдем к этому боту. Пусть он мне напомнит мое задание. В процессе, значит, у меня. Принять. Не появилась надпись. А вообще-то я, знаете, что хочу? Сейчас я вам скажу, что я хочу. Если у меня это получится. Так, стоп, договориться с таксистом. Все время забываю. Так. В автосалон, пожалуйста, можно? В автосалон я хочу. Я хочу купить себе машину. У меня есть 757 тысяч. Что, стоим, кого ждем? А, Б. Сидели на трубе. Так, ну все, поехали, значит, это. Окольными путями. Или, может, здесь автосалон в другом месте? Эх, таксисты. Куда он меня повез? Ну, ладно, бог с ним. Будет, значит, опять приключение у нас. Ну давай, заводи свою колымагу. Она у тебя заглохла. Стоп. Так, все, попали мы в какое-то это. Выйди. Это не мне, это водили. Давай уматывай отсюда быстрее. Так, за нами сейчас погоня будет. Вот что значит ездить окольными путями. Давай, короче, путь. Выбирай. Нет, ну где-то попадает. Надо срочно иметь свою машину, чтобы вот на таких не попадать. Все, бросил, наверное, такси свое. Начался у них махач. Жесть, вот дед попал. Дед, говорит, побежали, я, говорит, дорогу знаю. Ну давай, значит, здесь в другом месте автосалон. А, вот где автосалон. О, это хорошо, значит, парнишка ко мне подсел. А я бы сейчас не туда пошел. Так, ну а как тут покупать машину? Что здесь у нас такое стоит? Подайте бомжу на жизнь. Это не этот. Я думал, дилер стоит, машины продает.
Вот рынок. Так, ну и что? Рынок. Ну, давайте. Как на любом рынке, знаешь, сначала что-нибудь выбираем себе. Какую-нибудь машину. Во, на Волгу похоже, нашу старую. Сколько дверей? Даже на Москвич больше. Транспорт продается. Стоимость 95 тысяч. А, мне, между прочим, этот рынок нравится. 285. Лучше за 90 купить. А там чего? Давайте вот эту купим. Всего-то 95 тысяч. И чего дальше надо нажимать? Ну, я нажал F. Сел. Вот. Чтобы купить, нажмите купить. Купить. Вот, денежки с меня сняли. На штрафстоянку. Для того, чтобы приправить машину, используйте парк. Это я помню, это мне говорили. Вот. Понятно. Все. Вот теперь где-то есть машина. Пытаюсь я ее завести, и я ее завел. А вот сколько у меня здесь бензина, не видно у меня из-за моей камеры. Ну да ладно, бог с ним. По крайней мере, уже на колесах где-то. Уже кое-что. Фишер. Крис Фишер мне помог найти автосалон, и я ему за это очень благодарен. И, кстати, я еще благодарен одному парню. Я чуть было не забыл. Сейчас мне исправлю свою ошибку. Я вовремя вспомнил. Я даже сейчас специально остановлюсь. И, ребята, помните, я говорил, что... Кстати, я купил сегодня. Блин, я сегодня купил себе квадрокоптер. Все, я его принес. Он у меня там стоит в той комнате. Только еще не собранный. И квадрокоптер, и камеру. У меня на это ушло 37 тысяч рублей российских. Вот, поэтому я в каком-то своем ролике говорил, что сейчас у нас с семейным бюджетом не очень все хорошо. И просил вас помочь мне, так сказать, немножко меня проспонсировать в этом смысле. И один, ну, в общем, парень откликнулся на мою просьбу. И, значит, я ему передаю огромнейшее спасибо, огромную благодарность. Передаю ему привет. Зовут его, значит, Анатолий Смирнов. Смирнов, Анатолий Смирнов. Я даже оставлю, если не забуду, постараюсь не забыть, в описании к этому ролику, значит, ссылку на его страницу ВКонтакте. Так что, Тоха, Анатолий, тебе огромный респект от деда. Ну все, а теперь я, значит, еду, у меня есть задание. У меня есть задание. Так, а машину здесь как вот? Опа, все нормально. Так же само запирается, открывается. Все, я ее запер. Надеюсь, здесь не такие ярые угонщики, как, допустим, на ЛФРП там. Здесь еще нет этого самого... Блин, заболтался, не туда поехал. Не туда, куда хотел. Нет еще такого конкурса, что, мол, замочи деда, угони у деда машину. Машина, конечно, неказистая, но зато своя. А то мне эти таксисты достали. Вечно с ними почему-то попадаю во всякие эти неприятности. Куда едем? Квест выполнять? Квест? Квест выполнять? Куда едем? Так, дайте вспомнить. А я примерно помню, значит, где был этот самый... Где эта работа? Вот здесь где-то сейчас будет канал. Вон он, канал. Ага, ну-ну-ну, понял. Еще не всю память я потерял. О, ему тоже надо. Это хорошо. Вот туда мы и едем. Значит. И вот, насколько я понял, надо здесь вот свернуть. И здесь будет эта самая работа. Надо мне машину где-то припарковать. Ух ты, какие у вас тут... Какие у вас тут РПшники? Так, давайте мы ее заглушим. Заглушил. А припарковать ведь, наверное, можно и сидя в машине, да? Ну-ка, это первый раз паркую машину здесь. Блин, забыл, какая буква К последняя. Такая? Или не такая? Потому что К может быть... А сейчас я попробую. И так попробую.
Нет, ну это не такая точно. Вот, тут что-то произошло, что-то дернулась картинка. Все, я надеюсь, тут машина меня будет ждать. Так, ну вот, наверное, эта работа. Где-то здесь она была. Дом занят. Нет, это частный дом. А, вон она, вижу. Надо перебежать дорогу. И так, чтобы меня не задавил таксист. Ух. Так, раздевалка, работа, разводчик пиццы. Руководство. Трудоустройство. Давайте сначала трудоустроимся. Нифига. Давайте тогда сюда подойдем. Тоже нифига. Вы не работаете разводчиком пиццы. Ну, не работаю. Я хочу устроиться. Вот, подхожу. Может... А, вот, Аль, да. Вы собираетесь устроиться работу разводчиком пиццы, вы согласны с условиями. Вообще-то мне условия никто еще и не прочитал. Ну ладно, я согласен. Суть этой работы заключается в перевозке пиццы в жилые дома и другие места. Для начала переоденьтесь, потом возьмите пиццу в пункте выдачи. А вот как. После сядьте на мопед, положите пиццу в багажник и следуйте указаниям. За каждую отвезенную пиццу вы будете получать зарплату в размере 550 виртов. Понятно. Так, ну, наверное, надо переодеться. Да. Так, ну вот, теперь, значит, идем сюда, получаем эту самую пиццу. О, пиццу получили. Ура! А зачем мне этот самый? Обязательно ждать этого? Сколько нас тут желающих-то дождаться мопеда? А у меня машина есть. Может, я могу... Почему бы мне не развести пиццу на своей машине? Транспорт закрыт. Так, сейчас откроем. Во. Ну, этот транспорт зарегистрировал на жителя дед-каскадер. Так, это я и есть? Чего? Какие вопросы? Не понял. Ну. Понятно. Не получится, значит. Значит, надо ждать каких-то этих самых скутеров, мопедов, чтобы развести эту самую пиццу. А желающих этим заняться у нас тут целая куча. Не буду я тогда вам сейчас составлять эту конкуренцию. Да. Не хочу. О, боже мой, я еще машину открытой оставил. Вот. А, ну садись. Давай еще раз нажимай. Крис. Не получилось у нас с ним поработать. А что тогда будем делать? А поедем так, просто покатаемся. У меня, правда, здесь не написано, не нарисован этот... В правом нижнем углу... Эх, чуть где-то аварию не сделал. Нет информации, скорее всего, она есть, но я ее просто не вижу. Насчет заправки, насчет бензина. Говорят, тут очень интересно продумана и необычно система заправки, значит, машин. Поеду я туда, где обычно на всех серверах есть, значит, АЗС, автоматическая заправочная станция. И буду пытаться я, значит, заправить свою машину. Заправка. А можно тебя заправить? А ну-ка, а как это? F6. Ну, заправишь, нет? У тебя же это, как вроде как заправка. Да, надеюсь. А, видишь, скутеров нет. И чего? Надо что-то нажимать, что-то делать. Так заправьте, деда. Две заправки уже приехали. И что надо делать?
Так, стоят, значит, механики. Так, вот, предлагает заправить ваш транспорт на 100, за 4 принять. А, ну вот, это они там что-то набирали, какие-то команды. Ну все, вот теперь у деда, значит, есть бензин. Не знаю, правда, сколько. Надо в следующий раз будет аватарочку, мордочку свою в другом месте поставить. А что я назад поехал? А так, давай, мы тебя пропустим. Ну да, поедем покатаемся, бензин есть, деньги есть, бензин есть. Поехали кататься. Ну и, что стоим, кого ждем? Извиняюсь. А знаете-ка я куда поеду? Говорили мне, а я забыл. Я говорю, у тебя память совсем старческая стала. В какой-то деревне есть дома. Вот. И, мол, по идее, может быть, даже... Блин, вот ты... Да, непонятно. Он хотел свернуть. И выскочил на встречную полосу. Ты ж сначала пропусти. Машина, которая едет, никуда не собирающаяся. Блин. Того, кто никуда не собирается сворачивать. А потом сворачивай. По-моему, так, да? По правилам. Ладно, бог с ним, это мелочи. Поездим сейчас по деревням, по селам, по закоулкам штата Сан-Андреас. Может, найдем какую-нибудь? Ух ты, здесь чего? Здесь я еще не бывал. А, ну, тоже для дальнобойщиков. Понятно. На ферме я уже работал. Тут можно продолжать работать на ферме, набирать себе, значит, скилл. И потом можно будет, наверное, работать и этим трактористом, комбайнером. Но это я сегодня делать не буду. А как же мне теперь квест этот пройти? Тут как-то то надо утром тоже заходить, чтобы этот квест пройти. Очень уж много там желающих пройти этот квест. А почему-то возможности нет ни мало у кого, потому что не на чем его проходить. Или я что-то не понял. Так, ну ладно, я приехал, значит, в деревушку. Одни красные дома. Пока не вижу ничего. Тихо. Еще. Кстати, неплохая, не такая уж плохая машина. Пусть она неказистая, но то она недорогая. И у нее 4 двери. Тут наверняка, я уверен в этом, что здесь где-то есть, значит, эту машину можно оттюнинговать, покрасить. Но сегодня я этого делать не буду. Так, ну здесь-то тоже вряд ли тут будет. Вряд ли тут будут свободные дома. Тем более здесь дома такие обычно элитные, красивые. Ну, отсюда мы сейчас поедем еще в одну деревничку. В деревню навык вождения повышен. О, тут еще навык вождения есть. У меня 90 из 100. Во как. Не хухры-мухры. Эх. И да, кстати. Скрей. Что такое Скрей? Скрей — это канал на Ютубе, который я сегодня рекламировал. На который я вас прошу подписаться, посмотреть ролики, поставить парнишке лайки. Вот. Я ему это обещал, что я это скажу. Вот. И еще я обещал, что передам привет Анатолию Смирнову. Еще раз передаю. Тоха, привет тебе. Респект от деда. Как, значит, спонсору. Спонсор деда Анатолий Смирнов. Раньше еще добавляли. Советский Союз. Так. Ха-ха, петляешь, как тот таксист в ролике. Пишет мне Крис. Точно. Но я-то петляю на своей машине. И никого, ни с кого за это деньги не собираю. Дома я ищу. Домов нету. Нету домов. Осталось еще у меня на примете одна деревенька здесь недалеко. Если я ничего не путаю по карте. Или тут она как раз и была. Ух ты, а это что? Что, здание какое-то? Ладно, это я потом выясню. К-буква. Казино, что ли? Не, ладно, пока не буду. Туда за речку я не поеду.
А, ну нет, вот еще, да, вот эта деревня есть, конечно, как же. Там, где мост разрушенный. Вы, может, здесь имелось в виду, есть дома свободные. Нет, все красное, все красное, все краснотень. Краснотень. И такая краснотень целый день. Не, все занято. Ну и ладно, бог с ним. Буду бомжевать. Бомж, но зато с машиной. Не надо будет ее потом припарковать так хорошо. Главное запомнить, где. Есть еще один поселок, который я вот сейчас просто так вот вспоминаю, что он есть. Но, по-моему, до него ехать далековато. А может, сейчас и съезжу. Машина есть. Бензин, наверное. Не знаю, сколько она жрет. Сколько она жрет бензина. Сколько я уже, значит, его потратил. Но я вот заправлялся, значит. Не так давно. Ох, далеко ехать до той этой самой. До той деревушки. И, наверное, я туда сейчас, ребята, не поеду. В общем, у меня сегодня вот такой ролик получился. Сегодня я что-то даже какой-то никакого анекдота не рассказал. Но я, если честно, я думал, сегодня поработаю. Но поработать не получилось. Даже вот не знаю, когда теперь, как дальше проходить этот самый квест. Хочется мне его пройти. Кстати, знаете, что я еще хочу посмотреть? Я хочу посмотреть... Нет, это не то, что я хотел посмотреть. Вот, статистику. Уровень первый. Ой, у меня все еще первый уровень. Уважение 7 из 8. Ой, нет, это для меня... Я потом поставлю на этом, на ролике поставлю, значит, на паузу, когда буду сам просматривать свой ролик. И все там буду изучать. Потому что если я сейчас это начну изучать, это у меня займет очень много времени. А может, здесь, где в гетто есть дома? Давайте еще по гетто поездим. Хотя вряд ли. И я сейчас, значит, чуть-чуть проеду, посмотрю вот по карте. Вдруг увижу где-нибудь зелененький дом. Но это вряд ли. И если я его все-таки не увижу... Тогда я буду искать место, где мне припарковать машину... чтобы потом ее быстро можно было, когда зайдешь, взять, сесть в нее, в смысле, и поехать куда-нибудь. Вот, я не помню, на каком сервере я еще играл, а может даже на Сампе, я на нескольких играл, и, блин, не туда поехал. И на одном из серверов я очень долго играл и очень долго жил в одном месте. Сейчас вам покажу это место. Да, вот сейчас я туда еду, куда хочу. Там были очень недорогие дома. И тогда, точно, я вспомнил, не помню какой сервер, но я тогда первый раз в жизни устроился на работу водителем автобуса. А водители парк автобусов был вот сейчас, если свернуть налево, тут совсем рядом. А жил я вот здесь вот, направо, если здесь свернуть. Здесь были очень недорогие дома, и я один вижу... Вижу зеленый дом. Вот примерно в таком доме я уже жевал. Так, стоп. Блин, ни машину не запер, ничего, побежал. Дом, чтобы быстрее не сперли. Дом продается. 150 тысяч, у меня есть такие деньги. Теперь этот дом ваш. Вот, дед дом купил. Ух ты. Так, ну нормально, нормально, нормальное жилье. Я сейчас все деньги потрачу. Так, а как выйти? Альт. Гаража нет. Ну и бог с ним, что гаража нет. Я здесь сейчас, я возле него буду припарковывать свою машину, и делов-то куча. Вот, теперь мне что надо? А где мой этот делся? Пассажир, товарищ. Вот он. Садись.
Так, ну что, тогда едем в банк. Ой, блин, а банк у нас где? А банк, я помню, у нас банк там, где мэрия. Или это на другом сервере? У меня все уже перепуталось в голове. А мы сейчас GPS возьмем. Что-то у меня ролик затягивается. Я был уверен, что я не найду дом. Важные места. Мэрия, центр занятости, больница, автошкола, вокзал, спортивный зал. Не понял. Ладно. Буду по наитию. По наитию. Еду в банк. Искать банк. Потому что мне надо заплатить за дом, иначе он у меня слетит. Ну, как обычно на всех серверах. На всех. Блин, не туда свернул. Этот Крис Фишер, наверное, там офигевает, думает, дед мечется, чего-то куда-то бегает, что-то ищет. Ну ладно, посмотришь, значит, ролик и все поймешь. Так, давайте, значит, по РП. Сейчас поставим машину на парковочку. Нормально. Ну, дед поставил. Как-то неправильно я поставил. Вот так поставлю я ее. Выключу, значит, мотор. Ставлю ее закрытой. Выйду. Какая-то движуха идет. Все, и пойду искать банк. Это на что? Лотерейная. Жесть. Посмотрим, что здесь. Что здесь глянем? Так, а по-моему, я попал туда, куда надо. Ну, давайте, вроде моя очередь подошла. Да, согласен я платить эту сумму. 3000 стоит карта. Покажите мне ваш паспорт. Блин, для меня это... Думаешь, я знаю, как показывать паспорт? Не так. Фу. Показал ему паспорт. Так, тыр-тыр-тыр, вот тут. Ну и что дальше? Вот так быстро все идет. Нашел профиль гражданина, вписал данные. Вот нет, чтобы так на команды все. Принять. Сейчас вы вписываете пароль на банковскую карту. Будьте внимательны, потому что его восстановить будет крайне сложно. И все средства на вашей карте будут утеряны. Ясно. Все видят мой пароль? Молодцы. Получить. А, понятно. Вот, видите, мой пароль какой. Принять. Ну, все, да, нет. Ну, наверное, все. Так, ну вот, давайте тогда сейчас. N. Так. У. Оплатить налоги на дом. Выбрать. Нет, ноль, так чего и не надо мне ничего.
пополнить счет. А давайте пополним счет. 250, допустим, положим на карту. 250. Раз, два, три. Далее. Ну вот. Есть у меня счет. Вот, все. Теперь у меня есть счет. Я тут, наверное, что-нибудь повырезаю, как я в очереди там стоял, как я путался. Теперь у меня есть счет в банке. На нем лежит 200, половина моей суммы. Так, а что тут еще можно? А что, значит, а давайте налог за транспорт, наверное, надо тоже платить. У вас нет налога на личный транспорт. Интересно, у меня есть транспорт, но у меня нет на него налога. Это мне платить налоги на дом. На оплату долгов выставлено 0 долларов. Вы желаете погасить все счета? Да. 0. Я заплатил 0 за дом. Так, а что тут еще можно? Давайте посмотрим. Перевести деньги, снять со счета, узнать счет. 250. Ну все, ладно. Так, не знаю, что я тут повырезаю. Что я оставлю? Итак, подведем итог. Что у меня, значит, получилось? У меня сегодня получилось... Поработать у меня не получилось пройти квест. Но у меня получилось, значит, купить себе машину. Вот у меня машина. Моя машина. У меня получилось ее заправить. У меня получилось получить за нее по морде только что. Вот. Но это все ерунда, потому что самое главное, что у меня получилось купить дом и завести себе банковскую карту, наконец-то. Так что сейчас я поеду, значит, к себе домой. Я прекрасно знаю этот райончик, в котором я теперь буду жить. И я там, гаража у меня нет, значит, надо машину будет припарковать там возле дома. Я надеюсь, теперь появляться я буду в игре не на спавне, а возле своего дома. И вот объясните мне, ребята, почему с меня не берут налог за машину, за дом? У меня есть теперь и машина, и дом. Ну, с меня с этой... Может, я сейчас выйду из игры, и как попрет этот самый налог? И когда я зайду в следующий раз, скажут, а ты не заплатил, мол... Блин, человек работает, и я ему тут мешаю со своим драндулетом. Где-то здесь у меня, значит, мой... Так, подождите. Ой, что-то я проехал мимо. Вон ведь эти дома. Мимо проехал. Ну, как я еду. По-моему, там, вот в самом последнем. Вот здесь я, значит, сейчас тогда... Я ведь не на тротуаре. Не на тротуаре. Так, глушим мотор. Мотор я заглушил. Закрыто у меня. И, значит, парк. Все. Вы... Так, все, нет, я тебя не довезу никуда, потому что я сейчас буду выходить из игры. Это мой дом? Точно, это мой дом. Нажимаем Alt. Дверь закрыта, невозможно зайти. А как ее открыть? Я начал попрошайничать. С ума сошли? Так. Дом деда каскадера. Гараж нет. Я подхожу. Нажимаю Alt. Мне говорят, дом... Дверь закрыта, невозможно войти. А как дверь открыть? Да, не очень мне это понятно. Он что-то мою машину лупит. Понятно. Так, вот это тоже я не разобрался. Почему я не могу зайти в собственный дом? Ребята. Одна комната у меня здесь. Уровень 5 дома. 150 долларов он стоит. Тут это все понятно. Хаус. Мой хаус. Да. Ну ладно, все. Выхожу я из игры. А может показать вам этого нон-РПшника? Давайте его посмотрим. Как его и ник. Не, убежал. Но вы наверняка запомните его по этому. По ролику.
Вот это мне тоже непонятно. В общем, мне непонятно три вещи, ребята. Я у вас их спрашиваю и заканчиваю этот ролик. Мне непонятно три вещи. Почему мне не начислили налог за дом, раз я его купил? Почему мне не начислили налог на транспорт, раз я купил себе транспорт? Я на нем катался, я его заправил. И почему меня не пускают в мой собственный дом? Вот. И как эту дверь открыть? Тоже я пока не знаю. Ну, тогда все. На этом я буду заканчивать ролик. Вот такой у меня сегодня ролик получился по Аризона РП, Скоттсдейл. Завтра, скорее всего, будет ролик опять по Эвольф РП. И так потихонечку будем играть. То тут, то там, то тут, то там. На сегодня все. Всем пока. Ну, надеюсь, до завтра. Всем пока.